Ребята, всем большой-большой привет. Смотрите, какая у нас клевая загрузочка. Как всегда, сотка в автомате. И будем начинать. Так, вот такой зайка у меня уже есть. Но давайте попробуем его дернем. Нет. Я такого вытаскивала уже. Правда, не в нашем городе. Пандочка у меня такая есть. Мишка есть. А вот мышки нету такой. Сейчас еще раз попробуем зайку, и если что, будем вытаскивать мышку. Нет, смотрите. Не хочу я тратить удачную попытку, все равно она его не донесет, он закопан. Выдернуть-то может выдернет, но не донесет. Давайте. Давайте мышонка пробовать. У меня, кстати, наверное, еще ни одной игрушки мышки нету. Вот теперь, надеюсь, будет. Он вообще отлично лежит, видите? Прям вообще. Ничем не закопан, не прикопан. Просто лежит на поверхности и все. Но мне кажется, на него уже кто-то играл, потому что обычно оператор так не кладет игрушки. Обычно они сидят. И, видимо, кто-то хотел вытащить мышонка, но не получилось. Выпал. Выпал мышонок. Ну да ладно. Давайте еще пытаться. Я играю в автомате там, где не работает звук. Здесь очень много людей, поэтому может быть шумно. Я заранее извиняюсь. Давай, мышоночек. Я в тебя верю. Давай. Давай, 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 давай. Ага. Нет. Не отдает. Что-то я думала, будет его полегче вытащить, потому что вот... Потому что он классно лежит, видите? Но клешня совсем не хочет работать. Либо уже передо мной кто-то профукал удачную попытку, либо... Ну, смотрите, поднимать-то поднимает. Да и мышонок сам небольшой по размеру. Но что-то как-то вообще не хочет. Так, ребята, закинула еще соточку. И, конечно же, как всегда, надеюсь на удачу. Ну, на этого мышонка я готова потратить рублей 300-400, не больше. Угу. О, смотрите. Вот так вот, может быть, кстати, он и сидел изначально. А может быть и не так. Не знаю. А, кстати, знаете, что могло быть? Может быть, он сидел закопанный, а у человека был удачный захват, и клешня просто его выдернула из-под игрушек, и все. Может быть и такое. Поэтому сейчас ни в какую клешня его не берет. Точнее, берет, но не тащит. И не отдает нам. Ладно, подождем. Подождем еще одну удачную попытку. Следующую. Я надеюсь, я ее не профукаю. Нет, смотрите, вообще кидает. Кидает и все. Вот, кстати, вот эти вот ободочки с ушками, которые нам стали класть, они очень некачественные. Я таких несколько вытаскивала, и уже прямо вот в полиэтилене там осыпанные, знаете, вот эти звездочки прямо в пакете лежат. То есть вообще качество очень плохое. Потом как-нибудь вам покажу. Нет, смотрите, вообще, вообще просто, просто вообще не хочет работать клешня. Значит, 100% уже был удачный захват, я так думаю, прямо передо мной. Эх, не успела я. Ладно. Давайте панду попробуем, может быть. Пандочка просто милейшая. Я такую недавно вытаскивала. Помните видео? Если не помните, посмотрите, у меня на канале есть. Эй, нет, не хочет. Так, что же это такое-то, а? Как его вытащить, этого мышонка? Ну как? Это, в принципе, риторический такой вопрос. Я это знаю как, но... Так, ребята, денежки закончились, закинули еще. И хочется уже выиграть игрушку, реально. Уже хочется вытащить его. Зайка тоже этот классный, но не хочу на него тратить много попыток. Он закопан. Да и у меня такой есть. И пандочка классная.
нет. И медвежонок там сидит классно. Но я его даже пытаться не буду. У меня таких 3, наверное, в вязаном свитерочке. Хочется мне мышонка, потому что вот именно такой игрушки у меня еще нету. По-моему, они у нас в автоматах были несколько раз, или один раз, или два, я уже не помню точно. Но я не успевала вытащить, поэтому... Эх, хочется, хочется его забрать. Нет, смотрите, вообще не отдает. А у нас уже вторая сотка уходит, почти ушла. Блин. У этого мышонка такой смешной платочек на шее навязан. Такая, знаете, расцветка смешная. Очень. Подождите, это сколько денег-то потрачено? Это 200 или 300 рублей? Что-то я не понимаю. Это сколько я закинула денег? Так. Что-то я вообще не могу сообразить. 200 рублей, что ли? Блин, ребята, я забыла, сколько я закинула денег. Реально. Реально я забыла. Капец. Ладно. Приду домой, пересмотрю. Тигруля классный. Вот эти тигрята, у них такие блестящие глазки. Сама игрушка дешевенькая, но вот глазки такие прикольные, вы знаете. Таких тоже я вытаскивала и на обмен уже отдавала. И так у меня есть. Эй, не хочет. Ладно. Все, доигрываем попыточки и будем ехать домой. Или на следующий автомат. Посмотрим. Ну что, ребят, мы дома. Посмотрите, какой крутой мышоночек нам достался сегодня. Ну это же просто милашество, посмотрите на него. Вот такой вот он классный, мягенький-мягенький. Правда, у него вот носик в волосах от игрушек, знаете, ворс такой. И я его сейчас почищу. Вот такой вот классный, красивый мышоночек. Вот этот смешной шарфик у него надет. Мне этот шарфик очень напоминает какие-то шарфы, знаете, из 90-х годов детей. Ну... Уж простите, что я так часто вспоминаю эти года, это мое детство, вот. Вот такой мышонок. Кстати, это первый мышонок в моей коллекции. Вот такой классный. Всем, ребят, большое спасибо, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!